Тольятти претендует на звание спортивной столицы не только 63-го региона, но и всего Приволжского федерального округа. Накануне в городе прошла Всероссийская спартакиада боевых искусств «Непобедимая держава», которая собрала рекордное количество участников. На 20 татами и рингах в 27 видах спорта сразились без малого 5000 борцов. Для сравнения, в прошлом году участников было в полтора раза меньше. Если спартакиада будет развиваться такими темпами, сообщили организаторы, площадей нынешнего спорткомплекса уже не хватит для проведения соревнований. Как рассказал исполняющий обязанности министра спорта региона Андрей Харин, этот вопрос уже решается в областном правительстве. В Тольятти в ближайший год-два должен появиться дворец единоборств и ряд современных спортивных объектов. На следующий год и стадион мы планируем, и трешку, это бассейн плавательный, ледовый дворец там будет, и спортивный зал. То есть это будет планируется на следующий год. И лыжеролльную трассу мы планируем тоже все-таки в ближайшем будущем запустить.